Ребята, всем привет, с вами снова я. Сегодня решил попилить дров. Вот нашел упавшую березу. Она вот обломилась. Макушка. Вот оттуда. Вот она упала здесь. В общем, решил ее покромсать на запчасти. Ну и березовые дрова лучше, думаю, чем сосновые. Упавшей березы почти нет, но зато есть вот такая кучка дров. Сейчас надо переносить все в землянку. Так, что у меня тут? Чай Тесс пакетированный. И сахар советский еще. Вот такой вот сахар. Не знаю, кто помнит, нет. Выпускался вот он в Казахстане, в городе Джамбул. Сейчас этот город называется Тарас. С 1978 года. Выпуска сахар. В общем, раритет. Я не знаю точно, 78-й, не 78-й. ГОСТ как определяется? 22-78. Но этому сахару уже точно более 30 лет. Еще батя мой приносил с сахарного завода этот сахар. В общем, вот так вот, ребят. Раритет, раритет прям стопроцентный. До сих пор сохранился. Сегодня нарубил дров березовых. Еще на улице лежат. И под козырьком лежит целая куча, надо заносить. Ну что, дождусь, пока закипит водичка, потом налью кипяточек. Угу, горит. Так, вода закипела. Можно наливать. Положу свой фирменный сахар. Раритетный сахар. Вот он. Смотрите, какие кусочки. Это настоящий рафинад из сахарной свеклы. Так, выбросим. Все эти ошметки. На пакетике пусть все горит. Видите? Вместо ложки помешаем. Ложки нету. С собой не брал.
Сахар надо размешать. Заодно и ножик сполоснул. Да ничего, все нормально. Походные условия, ребята. Я не знаю, может, кому не нравится, напишите в комментариях. То, что ножом помешал чай. Но у меня вариантов других не было. Ой, хорошо. Что у нас со временем? 10 часов вечера. Сегодня нарубил целую кучу дров. Сосновых немного и березу. Ну, вы видели все. Напилил на чурбачки и все это порубил на дровишки. Правда, они сыроватые еще, но ничего, высохнут. Думаю, к следующим выходным они будут более-менее сухие. Печечка греет. Вообще прекрасно тут. Жизнь налаживается потихонечку. В общем, не зря я вкалывал тут каждые выходные в течение полугода. У меня, правда, еще месяц перерыв был. Я уезжал в отпуск в Казахстан. Ездил. Ездил в город Джамбул. Там я родился. Прожил до 27 лет. Потом переехал в Россию. Еще в отпуске я ездил в Алмату. Это тоже город в Казахстане, на юге Казахстана. Вот в Алмате был, в горах. Планирую сделать выпуски из гор. Там замечательные виды, шикарные горы. Прям, не знаю, не передать. Думаю, когда смонтирую, вы все это увидите. Горы замечательные, красивые. Все в елках, в тяньшанских елях. Разнотравье. Родников много, речек горных много. Думаю, все вы зацените чуть позже. А может быть и раньше, не знаю. Как со временем у меня будет. На монтаж просто очень много сил тоже уходит и времени. Там не просто так тяп-ляп и готово. Но я думаю, многие из вас догадываются, что монтаж — это реально дело непростое. Чтобы создать качественный контент, нужно повкалывать немного. Не то, что немного, а так прилично. На один фильм уходит, бывает, и по две недели, по 2 месяца. Последний раз я монтировал про горы. Как я ходил на Бутыковский водопад, так я его, блин, чуть ли не 3 месяца монтировал. Хотя ролик на 8 минут. Что-то жарковато становится. Печечка-то набирает обороты. Отлично. Хорошая. Так. Что я сегодня планировал-то? Еще замазать щели все. Что-то как-то, блин. Если честно, желания нету. Ну, посмотрим сейчас, подумаю. Может быть, и возьмусь за это дело. Хотя уже время позднее, ехать надо домой, завтра на работу. Сейчас не буду его весь съедать, оставлю. Отлично. Можно и отдохнуть. Чуть-чуть прилягу, отдохну. О, класс. Кайф, ребята.
такое умиротворение, тишина. Просто супер. Не передать словами. Подкину немножко дровишек. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Шпатели мои немного подзаржавели. Так, а где моя смесь? Так, смесь здесь. Только ее достану. Так, смесь сыроватая прям. Думаю, столько хватит. Пусть чуть-чуть подсохнет возле печки. Так, теперь водичка где-то. Тут с озера была. Вот она. Ну чё, ребята. Попробую. Да, прям моментально засыхает все. Не поработаешь. Отлично. Подровняю сразу. Ну, чуть-чуть неэстетично, конечно, у меня это получается, но ничего страшного.
Я, конечно, не суперский штукатур, делаю как умею. Фу, жарко-то, а? Как стало. Надо снять себе. Фух. Не знаю, ребят, вроде нормально получилось, конечно, не супер, все ровно, гладко, четко, но щели я замазал. Ну как вон, там еще чуть-чуть не высохло, но ничего страшного, сейчас высохнет. Дело времени. Да, я думаю, для землянки вообще супер. Но мне надо собираться потихонечку и двигать в сторону дома. Ну, на сегодня все, ребята. Пора мне собираться домой. Оставайтесь на канале. Впереди будет много интересного. Жду у себя на канале тех, кто еще до сих пор не подписан на меня. Всем удачи, ребят. До новых встреч. Пока-пока.